Ставим время 40 секунд слайда и идем в параметры. Нам надо заполнить этим фоном наш кадр. Заполнили. Идем в эффекты. Зададим модификатором сглаженное движение по X нашему фону. Добавить модификатор. Фон будет двигаться у нас справа налево, значит ставим минус здесь. Здесь ставим линейное нарастание. Здесь 10, все так пусть остается. Окей. Вот мы задали движение модификатором нашему фону. Вот так вот он будет двигаться. Становим. И теперь продублируем наш фон еще 4 раза, чтобы у нас было 5 слоев. Вот мы продублировали. Теперь нам надо, чтобы у нас все эти 5 слоев шли друг за другом, создавая эффект непрерывного движущего фона. Идем во второй слой, модификаторы, изменить модификаторы, ставим здесь, ставим 10 секунд. Соглашаемся. Идем в третий. Ставим 20 секунд. Соглашаемся. Четвертый. Ставим 30 секунд. Соглашаемся. И идем в пятый. Ставим 40 секунд. Соглашаемся. И вот мы смотрим, как у нас сейчас будет двигаться наш фон. Вот наш фон двигается. Но мы видим, что у нас на фоне маленький стык заметный. Что мы для этого будем делать? Остановим процессию всю. Идем во второй слайд. Ой, во второй слой нашего слайда. Идем опять в модификаторы. Изменить модификаторы. И уберем здесь 10 секунд, 1/100. У нас здесь будет тогда 9,99. Окей. Смотрим. Вот. Теперь у нас здесь все чисто и стыка незаметно. Остановим. И также сдвинем в последующих слоях. Но уже в этом слое на 0,02. В этом на 0,03, в четвертом на 0,04. Так, идем второй слой. Сдвигаем. Значит, тут будет у нас 19,98. Здесь у нас будет 29,97. Окей. Здесь будет у нас 39,96. Окей. И вот теперь наш фон идет целиком, стыков не видать. Так, что мы делаем дальше? Сейчас будем добавлять фотографии и привязывать их модификаторами к каждому слою. Вот выделяем первый слой и нажимаем «Добавить изображение». Вот наши девушки. Будем их добавлять. Возьмем эту фотографию, откроем. И эту. Настраиваем наши фотографии. Значит, эту вот мы поставим вот так. Сдвинем вот сюда. Настройки скопируем второй ключевой кадр. Эту фотографию мы тоже размером уменьшим, сдвинем вот сюда, скопируем настройки второй ключевой кадр.
Вот фотографии мы поставили. Теперь их нам надо привязать вот к этому, к третьему слою. Третий слой. Что мы для этого делаем? Мы выделяем фотографию нашу. Идем сглаженное движение по X. Добавить модификатор. И вот здесь перемена на основе ставим галочку по нормированному по X. И привязка у нас пойдет к третьему, вот к этому к третьему слою. Нажимаем ОК. Следующую фотографию. Также добавить модификатор. Перемены на основе. К третьему слою. ОК. Вот у нас что получилось. Вот, фотографии у нас двигаются вместе с фоном. Идем дальше. Отключаем наш слой и две фотографии, которые у нас уже были. Выделяем следующий слой с фоном. Также добавить фотографии добавляем. Вот эту возьмем девушку. И также делаем все дальше. Уменьшаем размер. Можем в коррекции делать рамки, добавлять виньетки, все как кто как хочет. Копируем второй ключевой кадр. Вторую фотографию удаляем. Уменьшаем вот так. Поставим ее. Так, у нас тут девушка перекрывается. Перевернем эту фотографию в коррекции, отразим по горизонтали. Вот так сделаем. Вот так идем в эффекты. Все копируем, не забываем следующий ключевой кадр. И вот мы поставили сейчас здесь фотографии, в этом слое. Итак, это у нас шестой будет слой с фоном. Привяжем также к нему наши фотографии. Идем в фотографию. Добавить модификатор, перемена на основе. К шестому слою привязываем. Соглашаемся. Берем фотографию. Перемена на основе. К шестому слою. Соглашаемся. Становимся, включим первый слой с фотографиями и посмотрим, что у нас получается в общем. Вот идет у нас непрерывное движение фона с фотографиями. Все так же, то же остальное делаем и с остальными слоями. Останавливаем. С чем мы поработали уже, то мы все отключаем, чтобы оно у нас не перекрывало нам то, что мы будем делать дальше. Так, с двумя слоями фона мы поработали. Также делаем и остальные три слоя. Идем дальше. Седьмой слой с фоном у нас. Также добавить слой, добавить изображение. Добавляем фотографию. Вот эту возьмем. И вот эту. Также уменьшаем размер. Ставим, куда нам удобно, фотографию. Следующий ключевой кадр копируем. Эту фотографию также уменьшаем в размере. Ставим вот сюда. Вот так стоит. Также скопируем ключевой кадр. Второй. И теперь их будем привязывать. Этот слой у нас уже стал девятым. Теперь будем привязывать его к девятому слою эти фотографии. Значит, идем в эту фотографию. Добавить модификатор к девятому слою. Перемена на основе к девятому слою. Соглашаемся. Просматривать не будем. Сразу отключим эти слои и идем в этот слой. Также
Добавляем фотографии. Добавили фотографии, также их работали с ними как нам надо. Ставим куда нам надо. Так. Не забываем все копировать второй ключевой кадр. И теперь у нас этот слой с фоном стал 12-м. И теперь привязываем к 12-му слою. Переменной основе. 12-му слою. Соглашаемся. Также отключаем. Идем в последний наш слой с фоном. Также добавляем фотографии. Также с ними работаем с фотографиями. Так, ставим. Сюда поставим. Я ставлю так просто на скорую руку. Вам как удобно будет. Можете даже нет круглые их сделать. Как хотите, можете обрезчики обрезать. Так поставим. Так. Увеличим даже ее. Увеличим. Так сделаем. Все, копируем во второй ключевой кадр. Все, теперь вот у нас слой 15. И теперь к нему будем привязывать наши фотографии. Переменной основе 15-му слою. Окей. Переменной основе 15-му слою. Окей. Все, фотографии мы все добавили. Теперь нам надо включить, чтобы у нас все слои были видимые. Добавим видимость. Показать все. Все на слои включились. Смотрим, что у нас получилось. Вот у нас получилось, что наш фон идет. Фотографии вместе с фоном движутся бесконечно. Если сохранить этот стиль, слайд, вернее, в качестве стиля, и ставить его несколько раз, поменять слайдом без переходов, то это может быть действительно бесконечно. Насколько хватит фотографии у вас. Теперь попробуем сделать наш фон неподвижным. Для этого нам надо зайти в коррекцию и у всех фонов, слоев с фонами, поставить прозрачность 0. Посмотрим. Как мы видим, фотографии теперь двигаются без фона. И сюда мы можем ставить любой фон, какой нам. Теперь мы сделаем так, чтобы наш старый фон, который был, который мы сделали невидимым, оставался неподвижным. Что мы для этого делаем? Мы для этого загрузим наш фон в программу сюда. Загрузили. Переместим его в самый низ. Пойдем параметры слоя и заполним кадр. И вот теперь у нас еще получилось. Фон наш стоит на месте, и наши все фотографии двигаются отдельно от фона. Ну, я показал принцип самый. Тут нагородить можно, нафантазировать что угодно. Все зависит от вашей фантазии. Пробуйте, и у вас все получится.